это действительно событие уникальное, замечательное, что это новый тип учреждения в нашей системе и здравоохранения, и некоммерческих организаций. Уже многие годы говорят, но вот наконец-то от слов перешли к делу, и наконец-то первая ласточка появилась. Более 80 детишек, которые находились в тяжелейшей ситуации, которые, семьи которых действительно находились в тяжелейшей ситуации, один на один вот с той, наверное, трагедией, которая была в этой семье, они получили очень существенную и очень качественную помощь. Здесь предусматривается работа 5 медсестер, 5 санитарок, значит, врача и администратора. Пока, значит, дети здесь находятся, могут ходить на работу, например, днем, да, вечером сюда приходить. Или, например, ходить по своим делам куда-нибудь, в больницу, по каким-то хозяйствам, например, решать какие-то социальные вопросы, хозяйственные вопросы. В это время ребенок будет окружен заботой и вниманием наших сотрудников. У нас в планах строительство очередной этап на 8 палат с пищеблоком, потом 19 палат. Мы планируем полный комплекс хосписов. По мере поступления деньги будем сразу вкладывать в строительство, будем обращаться в организации строительные, ко всем неравнодушным людям, кто откликнется.